Предприятие «Вертекс Брест» вот уже много лет располагается по адресу улица Московская, 249А. Здесь, в глубине жилого района, работает производство по выпуску светотехнической, электротехнической и электроустановочной продукции. Перечень изделий достаточно велик, и каждая имеет свой рынок сбыта, как правило, под конкретное востребованное производство. Преобладает промышленная группа, как я уже сказал, кабель сетевой для газоаппарата, это в порядке 25%, 20% для Белавтомаза. Наши автомобили МАЗ, также работаем с Гомсельмашем, с Амкадором. Переоценить степень усилий, которые приходится прилагать сотрудникам предприятия ради достижения результата, сложно. 75% работающих имеют инвалидность по зрению или нарушение со стороны опорно-двигательного аппарата. Но серьезные проблемы со здоровьем – не причина отказываться от жизни, которую многие не представляют без труда и общения. После перенесенной аварии Михаил потерял зрение. Сначала не представлял, как будет жить дальше. А сегодня на ощупь мужчина выполняет достаточно сложную работу за доли секунды. Сборка кабеля. 50 кабеля. Надо, ну, за день, я за полдня, до 12 часов до обеда делаю. Плюс-минус час. Конечно, для каждого из этих людей возможность иметь стабильный заработок важна, но не меньше им нужны ощущения собственной значимости, принятие и простое человеческое общение, которое постигается во время совместных игр, конкурсов, концертов. Причем со временем сердцем к общему делу прикипают и курирующие их наставники. Создается обстановка, в которой всем комфортно и уютно. В принципе, мне все нравится. И культура, и спорт. Главное, чтобы людей привлечь, чтобы они участвовали в этом всем, чтобы им нравилось. Период пандемии для предприятия прошел непросто, однако уже летом ситуация вернулась в привычное русло. И сегодня специалисты выходят на запланированные цифры по выпуску и отгрузке продукции. Это позволяет говорить о том, что и дальше учреждение будет работать бесперебойно и обеспечить товаром и услугами предприятия и потребителей.